Полное описание и дата выхода 81-й серии турецкого сериала «Чукур». 81-я серия сериала выйдет в эфир 23 декабря. С русской озвучкой серия будет доступна через пару дней. В новой серии мы увидим, как Варталу направился в Германию для того, чтобы выяснить всю правду от одного человека, которую он так тщательно скрывает уже долгие годы. Он готов был к тому, что рано или поздно кто-то объявится из Чукура и станет копаться в прошлом. Варталу удалось выяснить все, что он хотел, и поэтому может вернуться на родину со спокойной душой. После того, как он обо всем расскажет Ямачу, то они станут думать, как действовать дальше. Ямач получил от старейшин один очень важный совет, и ему необходимо будет прислушаться к нему. Он должен хорошо подумать, прежде чем продолжать ожесточенную войну. И дальше, ведь могут погибнуть невинные братья и сестры. Но если же прекратить это противостояние, то исчезнет Чукур. И Ямач должен принять важное решение, от которого и будет зависеть дальнейшее развитие событий. Ему необходимо будет принять непростое мудрое решение, но и самое главное – не горячиться, так как речь идет о жизни братьев и сестер. И чем это тогда все обернется для тех, кто так сильно жаждет отомстить Ямачу и всему семейству Качавалы? И смогут ли враги согласиться принять предложение о заключении перемирия? Или же братскую войну уже ничем не остановить? Как считаете вы, уважаемые зрители? Оставьте свой отзыв в комментариях. Напомним, 81-я серия сериала выйдет в эфир 23 декабря. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.